Получить необходимый для посещения свободных от COVID-19 зон сертификат с QR-кодом теперь можно не только в электронном, но и в бумажном виде. С сегодняшнего дня этот документ выдают во всех отделениях многофункциональных центров Свердловской области. Как объясняют специалисты, подобная услуга будет востребована у тех, кто не имеет доступа к порталу госуслуги и не может получить сертификат в электронном виде. Документ необходим для посещения органов власти, торговых, развлекательных центров, а также объектов культуры и спорта. К тому же перечень зон, свободных от ковид, может расшириться. Сейчас власти рассматривают возможность введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожном транспорте. Для получения печатного сертификата о вакцинации, а также перенесенном заболевании или медицинском отводе необходимо предъявить в МФЦ паспорт и заполнить согласие на обработку персональных данных. Вся процедура занимает не более 10 минут. В Свердловской области мы уже порядка месяца оказываем такую услугу и действительно популяризируем в том числе услуги в электронном виде в связи с эпидемситуацией. И на сегодняшний день по статистике мы зарегистрировали порядка 70 тысяч граждан.